Всем футбольный физкульт привет. 14 декабря в 22 часа в полуфинале чемпионата мира 2022 по футболу состоится матч между сборными Марокко и Франции. У сборных было 4 личных встречи, 2 победы у французов, 1 победа у марокканцев и 1 ничья. В последних 5 поединках этого года у французов 4 победы и 1 поражение, у марокканцев 3 победы и 2 ничьи. В четвертьфинале французы одолели англичан 2-1, а марокканцы обыграли португальцев 1-0. Букмекеры с приличным перевесом считают фаворитами матча сборную Франции, но соперник себя уже показал на этом чемпионате, как они умеют играть, так что здесь опять-таки опасно фаворитами считать Францию. Марокко имеют огромный шанс на победу. Матч покажут телеканалы Матч ТВ и Футбол 1, а также сайт Матч ТВ и букмекерские сайты. Всего хорошего, до новых встреч! We'll be right back.